Полиция Германии провела рейды против праворадикалов. Операция прошла в рамках дела об экстремизме группы граждане Рейха. Ее сторонники готовили нападение на полицию, мигрантов, мусульман и евреев. Но при нынешних обысках конкретных улик не нашли. Число сотрудников движения граждане Рейха сейчас составляет 10 тысяч человек. Они не признают ФРГ государством, а Конституцию считают нелегитимной.